Пес, раз уж ты живешь в моем доме, изволь соблюдать мои правила. Разве это твой дом? Мы живем здесь оба. Но я обо всем забочусь, включая и тебя. А ты ведешь себя как щенок. Для многих кошка и собака – это идеальный символ для обозначения несовместимого. Нет, не может быть более непримиримого противостояния в мире, чем у кошек с собаками. А если им приходится жить в одном теле, все становится еще сложнее. Об этом мы точно знаем благодаря мультфильму «Кот-пес». Кот и пес противоположны друг другу. Кот педантичный, воспитанный, деликатный и начитанный. А пес следует своим инстинктам, творит вокруг себя беспорядок и бунтует против любых правил. Сегодня мы расскажем, как сила трех философов помогает лучше понять, как живется кота-псу, соединившему в себе две эти противоположности. И если вам нравятся наши философские разборы фильмов и сериалов, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Я спас тебе жизнь. Честь и слава тебе, о достопочтимый кот! Поскольку ты спас мне жизнь, отныне я буду твоим верным слугой. Иммануил Кант писал, что девиз просвещения – «Имей мужество пользоваться своим умом». Так он перевел одно известное латинское изречение. Этому принципу следует кот. Осознавая, что у них с псом одно тело на двоих, он постоянно пытается заставить пса делать то, что нужно ему. Играя на его чувствах, кот может легко им манипулировать. Чтобы сопротивляться этому, псу постоянно приходится помнить о том, что кот умен, и старается приручить его. Кант пишет, что состояние, когда человек не способен пользоваться собственным рассудком, это состояние несовершеннолетия. И пес – яркая иллюстрация этой мысли. Создается такое впечатление, будто кот, умудренное опытом и обремененное багажом знаний, взрослое животное. Это не милый маленький котик, который не может справиться с мисочкой молока. Инфантильный, доверчивый, наивный пес совершенно на него не похож. Он воспринимает все буквально и готов следовать за любым, кто предложит ему сахарную косточку. И это неудивительно, ведь очевидно, что кот и пес прожили одну и ту же жизнь. Дело осложняется тем, что в одном теле кота-пса заперты сразу две личности. Кто-то из них просто обязан все время уступать, потому что их интересы, взгляды и привычки противоположны. Поскольку пес застрял в несовершеннолетии, порой он просто не может взять над собой контроль, поскольку не мыслит себя вне рамок и ожиданий, принятых в обществе. Посудите сами, мы привыкли, что собака куда менее чистоплотна, нежели кот, более доверчива и простодушна. Коты куда более своенравны, самостоятельны и свободолюбивы. Свобода за этими стенами. Ты со мной? Однако все это стереотипы. Мы пользуемся ими, чтобы не утруждать себя поисками истины и просто принимать на веру готовые решения. На самом деле пес неоднократно доказывал, что ему под силу размышления на уровне кота. Что такое? Я подумал, если бы ты меньше спал, котик, ты бы лучше работал. Но иногда кот просто не дает псу пользоваться собственным умом. Делай свою работу, а я займусь своей. Хотя он периодически старается оккультуривать пса, чтобы им было легче найти общий язык, все же в определенные моменты кот берет ответственность за них обоих и сосредотачивает всю власть в своих лапах. Но, как отмечает Кант, только тот, кто по-настоящему просвещен, не боится услышать критику и соображения насчет наилучшего устройства совместного бытия. Поэтому кот совсем не прав в том, что иногда отмахивается от мнения пса. Ведь опыт показывает, что порой это выходит коту боком. Так что хотя кот похож на Канта своей любовью к планам, расписанию, покою и порядку, он во многом действует наперекор философии великого мыслителя. Кант пишет, что существует частное и публичное применение собственного разума. В случае с котопсом и кот, и пес могут частно пользоваться своей половиной тела, как считают необходимым. Но это применение должно быть подчинено общественным интересам, в их случае всему кота-псу.
Никто из них не может делать чего-то такого, что нарушит жизнь другого, потому что тогда им обоим придет конец. Поэтому кот не может учитывать исключительно собственные интересы. Похоже, коту из «Кота-пса» стоило бы прочитать «Критику чистого разума» Иммануила Канта, чтобы лучше понять себя и мир вокруг. Впрочем, узнать все самое интересное он смог бы и из наших курсов, которые помогут изучить философию с нуля. Переходите по ссылке в описании видео и выбирайте подходящий вам формат обучения. Хотите? Покупайте отдельный курс, чтобы получить к нему вечный доступ. Хотите? Смотрите любые наши курсы в течение месяца по абонементу. Оформляя ежемесячную подписку на сайте, вы не забудьте активировать ее в приложении. С нашим приложением обучение станет еще более удобным и простым. Ах, этот милый райский уголок, я давно о нем мечтал. Ах, этот милый райский уголок, я наконец в него попал. Согласно Фридриху Ницше, существует два начала – гармоничное аполлоническое и чувственное дионисийское. Кот и пес может продемонстрировать, в чем разница между ними. Пес любит гоняться за мусорными машинами и не брезгует полакомиться отходами. Вокруг себя он устраивает хаос и не может усидеть на одном месте. Кот – поклонник порядка, тишины и меры. Кот живет в мире красоты и порядка, в мире Аполлона, а пес – в мире опьянения и хаоса, в мире бога Диониса. Смотри и учись, помни, чем больше ты себя бережешь, тем меньше синяков достается мне. Аполлоническое начало, находящее отражение в жизни и мировоззрении кота, демонстрируется во всем. Мудрость ограничивает его от буйства диких внутренних порывов, он спокойно вяжет или изучает книги. Пес, в котором преобладает дионисийское начало, испытывает все сверх меры – восторг, трепет, экстаз. Носиться по дому, крушить все на своем пути – таков путь пса. Ницше считает, что сочетание аполлонического и дионисийского начал приводит к рождению трагедии, лучшего из искусств. Об этом он пишет в трактате «Рождение трагедии из духа музыки». Кстати, музыкальные вкусы кота и пса также сильно различаются. Кот предпочитает классику, а пес любит рок и желательно погромче. И все же они вместе. В этом мультфильме соединили аполлоническое и дионисийское, но родилась в итоге вовсе не трагедия, а малыш кота-пес. Как же я рад, что у меня нет брата. Ты много потерял, мы всегда рядом, и в радости, и в печали. Коту и псу вместе живется непросто. Конечно, нельзя сказать, что они живут как кошка с собакой, но иногда их обоих посещают мысли о том, как хорошо было бы быть самим по себе. Однако не раз происходило так, что, приблизившись к этой мечте, пес и кот осознавали, что не могут друг без друга. Как можно охарактеризовать особое пограничное положение, в котором находится кота-пес? Ведь в их городе есть и коты, и псы, но кота-пес такой один в мире. Еще один немецкий философ Гегель развивал диалектический метод, суть которого заключается в существовании тезиса и его противоположности – антитезиса. Когда они вступают во взаимодействие, может получиться синтез – гармонизирующий результат, примиряющий противоположности. Популярная иллюстрация схемы тезис-антитезис-синтез такова. Представим, что мать – это тезис, а отец – антитезис. Тогда их ребенок – это синтез, ведь в нем есть что-то от матери и от отца, но при этом он не является ни одним из них. Он кто-то совершенно другой, представитель нового поколения. Так же и с котопсом. Тезис здесь кот, антитезис – пес, а синтез – кота-пес. Слушай, рабский пес, мы уже тысячу раз это обсуждали. Миром правят священные. Так заведено. Я на своем месте, а ты на своем. Котопес в своем синтезе теряет свойства и кота, и пса. Он является чем-то третьим. В классической логике существует закон исключенного третьего. Согласно ему, два противоречащих друг другу суждения не могут быть одновременно ложными. Либо утверждение какого-то факта истина, либо же истина отрицание этого факта. Третьего не дано. В мультсериале третье все же дано – это котопес. Существует концепция, которая сравнивает процессы, происходившие в культуре, с плавильным тигелем.
Это такая печь, где различия между культурами стираются и рождается нечто общее, единое. В силу определенных особенностей кота-пес концептуально теряет, например, хвост, вернее, даже два хвоста. Кроме того, очевидно, что в плавильном тигеле теряются изначальные свойства, характерные отдельно для псов и отдельно для котов. Никто не скажет, что кота-пес гуляет сам по себе или что кота-пес – друг человека. При этом в природе не существует такого вида, как кота-пес, со своими собственными свойствами. Наш герой такой один во всем мире, и это обрекает его на одиночество. Другая концепция настаивает на позиции плюрализма, то есть разнообразия. Здесь общество, состоящее из представителей разных культур, сравнивается с салатником, где все ингредиенты перемешаны, и получается общее блюдо. Однако это не однородная масса вроде пюре. Каждый ингредиент остается собой. Так собаки, крысы и кролики составляют население одного города, но остаются собой. Вот только в такой теории кота-пес оказывается вовсе потерян. Этим объясняется регулярное желание пса и кота обрести свои идентичности по отдельности и, наконец, разделить общие роли со своими братьями по роду. Так детский сериал неожиданно поднимает сложные вопросы культурной коммуникации, с которыми мы сталкиваемся каждый день, но обычно обходим стороной. А кота-пес заставляет нас обратить на них внимание. А какие ваши любимые мультики из детства? Какой канал вам нравился больше, Nickelodeon или Jetix? Раньше, после школы, мы отдыхали под мультфильмы, а сейчас смотрим ролики на YouTube. Но мы не просто развлекательный канал. Правое полушарие интроверта — это международная образовательная платформа. Смотрите наши увлекательные курсы. Каждая лекция длится 20 минут, почти как серия любимого мультика. Мы поможем разобраться в философии и по-новому взглянуть на самые разные произведения искусства, от классической литературы до «Кота-пса» и «Спанч Боба». Оформляйте ежемесячную подписку по ссылке в описании или выбирайте из каталога самый интересный курс и покупайте его отдельно. Если вам нравится наш канал и вы хотите, чтобы мы продолжили создавать интересные ролики, это единственный возможный способ поддержать нашу работу.